На одной из вершин горного Уэльса жил орел, звали его Дэвид. Он любил летать высоко-высоко и однажды залетел так высоко, что попал на звезду. На звезде стоял маленький домик, в нем жила Мэри со своей овечкой. Дэвид постучал в дверь. «Я прилетел к вам в гости. Хочешь кусочек поджаренного хлеба?» «Нет, спасибо. Я бы лучше съел овечку». И пошел мыть когти. И Мэри шепнул два слова на ушко овечке. «Хочешь еще кусочек хлеба, овечка?» «Нет, спасибо. Пожалуй, я съем орла». «Что ты хочешь, орел?» «Пожалуйста, кусочек хлеба». «Прощайте, я возвращаюсь домой». И он полетел домой. «Нет, нет», да поглядывая на звезду, горевшую над его головой.